Слушай, первый раз будем снимать на камеру, у меня со стороны. О, у меня теперь оператор есть на канале. Всем привет, это Алексей Кондратьев, Музераш, и сегодня мы с вами в музее московском новом Мегабрикс. Здесь проходит тусовка офлайновая Музеража. У нас есть обменные столы. Там идет примерно как с пираньями сражение за машинки, кому самое вкусное достанется. И сегодня мы сделаем быстрый короткий обзор, наверное, сделаем потом отдельный, о том, что же это за музей. Здесь есть шикарный макет, который своими масштабами и размерами всех вас впечатлит, с интерактивными функциями. Здесь можно нажать кнопку, которая запустит, например, в данном случае метро. Здесь есть много всего вкусного. Крутятся краны. Здесь стоят здания. Здесь есть аэропорт. Здесь есть колесо обозрения. Восхитительная антарктическая станция. Здесь бурит установка по нажатию кнопки. Много всего вкусного и интересного. Можно посмотреть, как колесо обозрения запускается одним нажатием кнопки вашей рукой. Здесь катаются поезда, двигается техника. И здесь тысячи и тысячи кубиков лего. Все в движении. Интерактив, макеты, вкусно и сладко. Все для вас в Москве, да. В новом музее Мегабрикс. Метро Дубровка, адрес смотрите в интернете, как проехать тоже. Музераш с вами, подробный отчет чуть позже. Пока-пока. И тут пока. Все, спасибо. Я не уверен, что у нас из этого что-то получится, но... Ребята, давайте, пока вы еще не ушли, вот встанем возле вот столика лицом в эту сторону. Я сниму посетителей, да, встречи. Смотрим, кто у нас приходил, как отчет для нашего видеоканала, кто у нас был. Очень приятно, что мы растем. Так. Эй. Да. Между прочим, сколько? Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 человек, мы прибавляемся. Все, спасибо, можете продолжить торги. Понравилось? Да. Джу, просыпайся, дорогой. Мощно. Это 15-й? Ну, какие колеса? По-моему, нет. Там будет не подписано. Нет.